Вы смотрите телеканал ННТ. В эфире «Новости Дагестан». В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Какие вопросы обсуждали на прошедшей в Махачкале 38-й сессии Народного собрания и за что голосовали депутаты, расскажем в выпуске. По-русски «мама», по-грузински «нана», а по-аварски «ласково баба». Накануне наша страна отметила День матери. О столь теплом мероприятии в сюжете наших коллег. Утро начинается не с кофе, а с коллективного намаза. В мечетях Махачкалы возрождают традицию совместного кофепития после утренней молитвы. Сила, ловкость и командный дух. В селе Чинар Дербинского района прошел фестиваль национальных видов спорта «Кавказские игры». ДТП со смертельным исходом произошло в Каякинском районе. Один ребенок погиб и двое пострадали. 27-летний местный житель, ранее лишенный прав, ехал на высокой скорости, в результате чего автомобиль опрокинулся. В машине было трое детей. 6-летняя девочка скончалась в больнице. 4-месячный младенец и 3-летний ребенок находятся в реанимации в критическом состоянии. А водитель отказался сдавать тест на алкоголь. Еще одна страшная авария произошла в Буйнакском районе. На автодороге вблизи села Черкей перевернулась пассажирская «Газель». 8 человек пострадали. По данным МЧС Дагестана, погибших нет. Отметим, что в республике за прошедшую неделю зарегистрировано 28 ДТП. За такой короткий срок погибли 4 человека, в том числе один ребенок. 40 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 5 детей. Госавтоинспекция республики в очередной раз напоминает о важности соблюдения правил безопасности на дорогах. На что пойдут деньги республиканского бюджета? Какие новые законы вступят в силу уже сегодня? Увеличатся ли доходы дагестанцев в следующем году? Такие вопросы обсуждали на 38-й сессии Народного собрания Дагестана. За что депутаты голосовали на этот раз? В сюжете Мухаммада Амарова. 170 миллиардов рублей – таков объем республиканского бюджета на следующий год. Его дефицит составит 15 миллиардов. Самая большая статья расходов – образование. На эти цели выделят 56 миллиардов рублей. На второй и третьей строчке расходов – медицина и жилищное строительство. На социальную поддержку граждан направят почти 16 миллиардов. Как я уже говорил, цифры они не окончательные. В случае поступления дополнительных финансовых средств, которые будут предусмотрены в доходной части, мы рассмотрим проект бюджета ко второму чтению и перераспределим их с учетом приоритетов и первоочередных задач. В 2025 году прогнозируются низкие темпы роста базовых показателей экономики, согласно докладу Минэкономразвития Дагестана. Речь идет о размере регионального ВВП, объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Улучшить ситуацию планируют за счет реализации крупных проектов по развитию инфраструктуры аэропорта и морского порта, а также строительства ветроэлектростанции. На эти цели выделят средства из федерального бюджета. По показателям, характеризующим уровень жизни населения, в 2025 году темпы роста реальной заработной платы прогнозируются на уровне 6,1%, реальных располагаемых денежных доходов 5,2%. На рынке труда сохраняется тенденция снижения численности официально зарегистрированных безработных. В прогнозном периоде уровень безработицы ожидается в пределах 0,7%. На сессии Народного собрания также утвердили бюджет территориального фонда медицинского страхования. Он рассчитан на 3 года. В 2025 году фонд реализует бюджет на 54 миллиарда рублей. Из них 100 миллионов направят на ремонт медицинского оборудования и обучение персонала. Закладывается 1 миллиард рублей. Если вдруг какая-то ситуация произойдет, ранее как с ковидом было и так далее, оно у нас всегда 1 миллиард рублей бывает заложен. Это та сумма, которая, если у нас идут превышения по объемам выполнения медицинской помощи в медицинских организациях, которая заложена. Издавать религиозную литературу имеют право только представители официального духовенства. Законопроект с такой инициативой внесли дагестанские депутаты в Государственную Думу. Он предлагает изменения федерального закона о свободе совести и религиозных объединений. Цель закона – усилить борьбу с экстремистской литературой. Мухаммад Амаров, Мухаммад Магомедов, Мурат Бекбазов. Новости ННТ.
На улице Джабраилова в Махачкале завершаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка 250 метров. Общественники подчеркнули, что обновление не только улучшит условия для местных жителей, но и повысит безопасность и пропускную способность всей улично-дорожной сети города. Все прекрасно знаем, что город нуждается в качественных и безопасных, прежде всего, дорогах, поскольку эта дорожная инфраструктура – это один из социально значимых аспектов нормального, удобного существования людей, их жизнедеятельности на данной территории. Тем более, что дорога нужна не только автомобилистам, но и для жителей, которые здесь непосредственно проживают, для того, чтобы в любое время дня и ночи люди могли пользоваться этой дорогой, чтобы чувствовали себя в безопасности. В рамках проекта планируют также улучшить движение на ключевых улицах, таких как Гусейнова, Рабадана-Нурова, Плеханова и Мухтарова. В данный момент пока еще люди не в курсе, что их ждет вот такое хорошее дело, и что они смогут попадать, уже минуя пробки, к себе домой, да, скажем так. Практически все жители Кяхулая останутся довольны. Накануне наша страна отмечала один из важных праздников – День матери. Так, в зале Аварского театра прошло трогательное мероприятие для женщин. Их порадовали нашидами, театральной постановкой и вкусным угощением. Подробности в сюжете моих коллег. Материнская любовь – источник жизни. Забота матери, ее самоотверженность формируют нашу личность, закладывают основу для нашего будущего. Для многих примером становятся многодетные матери, которые воспитывают достойных граждан нашей страны. Одна из них – Разита Гаджиева, мама 8 детей. Сейчас, конечно, немножечко вот такое неспокойное время. У многих, вот у меня у самой сын после ранения, значит, вот сейчас на лечении. Ну, в любом случае, мама должна воспитывать в своих детях это честность, доброта и отзывчивость. Трогательное мероприятие в зале Аварского театра объединило традиции, искусство и духовность. Уже в фойе гостей встречал уголок, где звучали колыбельные на разных языках народов Дагестана. А на сцене нашиды, выступление почетных гостей и проникновенная театральная постановка о супруге пророка Мухаммада, мир ему и благословение, Хадиджи. Организатором мероприятия выступил женский отдел просвещения Муфтията Республики Дагестан. Основной целью вечера было отметить важность роли матери в жизни каждого человека, а также подчеркнуть ценность материнства в исламе. И целью было показать истинное, красивое, возвышенное отношение к женщине в исламе, показать важность, значимость матери в исламе и в целом, возвышенность и бережливое отношение к женщине. Тамара Самедова, Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. Дагестан – кузница великих ученых, оставивших неизгладимый след в истории. В конференц-зале Муфтията Дагестана прошла презентация книги «Тухфат аль-Ахбаб» шейха Усмана Афанди ат-Сахури. Мероприятие посетили представители сахурского народа, общественные и религиозные деятели. Присутствующие говорили о выдающихся ученых и праведных предках. Об их жизни подробно рассказывается в произведении шейха Усмана Хаджи. Потомки этих людей, как Усман Афанди, Джабраил Афанди, Махмуд Афанди, Шуайб Афанди, мы жители этих сел, где они были, где они ходили, где они работали, где они писали книги. Мы должны, дорогие братья, чуть выше держать те ценности, которые нам оставили они. Объем книги составляет 500 страниц. Она посвящена биографии и деятельности выдающихся мусульманских богословов Дагестана и не только. Шейх Усман Хаджи в своем труде написал о личностях, чьи знания и преданность делу помогли распространению ислама и развитию общества. Вот мне посчастливилось, вот эта книга у нас хранилась дома у моей бабушки, селения Рутул. Я думаю, это Коран, как говорит Эльдар Хаджи. Я буквально год-два назад я спрашиваю Эльдар Хаджи, говорю, это, я думал, Коран, я селения забрал, очень ее трепетно дома хранили. Оказалось, это та книга, которая
издана в типографии Мавраева в 1914 году. Вот 110 лет прошло, и благодаря муфтияту вы это сделали великое дело. Вам огромное спасибо за ваш труд. Это громаднейший труд. В Махачкале возрождают традицию совместного кофепития после утреннего намаза. Каждое воскресное утро прихожане центральной джамай-мечети смогут не только помолиться и послушать лекцию богослова, но и пообщаться друг с другом за чашкой кофе. Инициатива направлена на сплочение горожан и укрепление братских связей среди верующих. Организаторы уверены, что эта традиция станет прекрасным началом выходного дня для многих махачкалинцев. Нелегкое время для мусульман во всем мире. Испытывают они трудности, и вот это коллективным совместным дуа мы как никогда также сейчас нуждаемся, поэтому решили возобновить вот это дело. Сейчас ближе к зиме, есть достаточно время, чтобы собраться, совершить утренний намаз, успеть домой, поэтому решили все это вот так возобновить, иншаллах. Сила, ловкость и командный дух. В селе Чинар Дербенского района прошел фестиваль национальных видов спорта «Кавказские игры». Let's go. В этот день местный стадион стал ареной жарких спортивных баталий. Соревнования собрали несколько сотен участников. Они состязались в 6 народных дисциплинах. Прыжки в длину, метание ядра, стрельба из лука, армрестлинг, поднятие гири и перетягивание каната. Мероприятие проводится в памяти заслуженного тренера России, Российской Федерации по дзюдо Азата Джамамидовича. Мы прекрасно помним этого человека. Очень многое сделал для, не только для этого села, но и для республики в целом. Очень радует масштаб мероприятия. От малого до взрослых, от маленьких до взрослых принимает участие почти во всех видах спорта. Фестиваль спорта призван сплотить молодежь южной части Дагестана и соседних районов. С такими словами к участникам и гостям обратились организаторы. Среди почетных гостей турнира – богословы, а также обладатели медалей Олимпийских игр и чемпионата мира. Мне очень приятно здесь находиться, приятно видеть, что такие соревнования, такие мероприятия проводятся у вас здесь. В первую очередь это память о достойном человеке, достойном горце, чтобы мы все помнили его, чтобы брали с него пример. И для подрастающего поколения, для ребят, для наших детей, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни, были сильные, крепкие и религиозные. Следующий год и в дальнейшем у нас есть такой план, есть такой график. Проводить мероприятия уже в дальнейшем на республиканском уровне и с каждым годом расширять географию этого мероприятия, этих кавказских игр. Давай, 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 давай! Не сдаемся, не сдаемся! Спортивный азарт и воля к победе. В самых зрелищных состязаниях, перетягивании каната, победу среди 15 конкурентов праздновала дружина из Губдена. Самая сильная команда получила денежный приз в 10 тысяч рублей. Конверты также вручили победителям соревнований во всех индивидуальных дисциплинах. День моржа. На городском пляже Махачкалы прошла всероссийская акция зимнего купания. Это событие привлекло не только любителей экстремальных водных процедур, но и тех, кто хотел зарядиться хорошим настроением и бодростью на весь день. Это очень здорово, круто, что вы так укрепляете свое здоровье, иммунитет, подаете такой пример хороший. Я думаю, с каждым годом вас будет все больше и больше. Я уже сам задумался зимой заниматься. Перед погружением в холодную воду титулованные спортсмены провели для участников энергичную разминку. После зарядки все любители зимнего купания окунулись в море. А завершением акции стало вкусное угощение – плов по марокканскому рецепту, а также горячий чай из самовара. Мероприятие проводилось при поддержке администрации Махачкалы. Смотрите на этот плов! Любуйтесь не спеша! На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Хороших вам новостей, всего доброго и до новых встреч в эфире.